Чувашии на строительство и ремонт дорог в 2015 году планируется направить более 2 миллиардов рублей. Об этом и многом другом говорили на еженедельном совещании с главами администрации муниципальных районов и городских округов Чувашии. В режиме видеоконференции рассмотрели вопрос о проектировании, строительстве и реконструкции автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, которые не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. На строительство таких дорог направят 695 миллионов рублей. Из них 156 пойдут на дороги в сельской местности. Данным постановлением на продолжение строительства и реконструкции автомобильных дорог в Канарском, Вурнарском, Бресненском, Красноармейском, Маргаурском, Порецком, Шумерлинском и Ячинском районах, начатых в 2013-2014 годах, предусматривается направить средства всего в сумме 50 миллионов рублей. Кроме того, в 2015 году предусматривается начать строительство улично-дорожной сети в 115 населенных пунктах сельских поселений. В преддверии празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Министерство культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии завершило паспортизацию воинских захоронений, начатое еще в ноябре прошлого года. На территории Чувашской республики насчитывается 335 объектов, установленных до 1970 года, 506 в период 71 по 2000 год, 135 объектов установлены с 2001 по 2010 и 63 с 2011 по 2015 годы. К сожалению, у 125 объектов отсутствуют сведения о дате установки. По результатам обследования сегодня мы констатируем, что большинство, 86% из наших памятников, посвященных Великой Отечественной войне, нуждаются в ремонте и благоустройстве. Все мероприятия по реконструкции и текущему ремонту памятников и мемориальных мест нужно завершить в срок до 15 апреля. Главы администрации заверили, что смогут изыскать средства и уложиться в поставленные сроки. В завершении конференции Михаил Игнатьев, подключившийся к работе совещания, рассказал об итогах встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая состоялась на прошлой неделе в Новочебоксарске. Отдельная рабочая встреча была очень полезной, результативной. На мои 5 писем были даны соответствующие поручения в адрес федеральных министров правительства Российской Федерации. И сегодня уже мы по отраслевому принципу отработаем в наших федеральных министерствах для привлечения дополнительных инвестиций. Глава Чувашии также рассказал о достигнутых договоренностях по привлечению инвестиций и уменьшению бюрократических барьеров, которые осложняют работу предприятиям и организациям республики, а прежде всего компаниям электротехнического кластера, производящим импортозамещающую продукцию.